Радио «Голос Ангелов». Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы настроили свои приемники на радио «Голос Ангелов». Напоминаю, мы вещаем на частоте 9500 кГц в диапазоне коротких волн 31 метр. Каждую субботу с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 585. Голос Анд. В течение этого получаса вы услышите следующие передачи. Завтра наступает сегодня. Далее вы услышите передачу из архива русского христианского радио «Путь, истина и жизнь». В заключение прозвучит программа «Вечная истина». Изучение Библии книга за книгой. Ведущий – пастор Геннадий Строков. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам хорошего приема и обильных благословений от Господа. В эфире программа «Завтра наступает сегодня». И мы приветствуем всех наших радиослушателей. А мы – это автор программы «Доктор Сейла», а также ведущий Дмитрий Светлана с размышлениями на тему «Ваш личный пример». Евангелие гласит: «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Эти слова написаны в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стих. Четыре богослова обсуждали достоинства различных современных переводов Библии. «Мне нравится такая-то версия перевода», — говорил один. «Нет», — возражал другой, — «она слишком больно обращается с текстом». Третий, послушав их беседу, вдруг сказал: «А мне нравится перевод моего отца». «Ваш отец переводил Новый Завет?» — спросил один из участников дискуссии, зная, что он был известным ученым. «Да», — последовал ответ. «Он переводил его в собственную жизнь. Именно поэтому я служу Господу сегодня». Лучший перевод Библии – тот, который вытекает из примеров нашей каждодневной жизни. Когда мы сталкиваемся с реальностью этого разбитого грешного мира. Совсем недавно мы сокрушались о моральном падении, зачастую обвиняя в этом систему. Мы осуждали атеизм, различные современные движения и моральный развал общества. Да, разумеется, все перечисленное действительно оказывает самое негативное влияние на наш мир и на систему образования, в которой наши дети проводят намного больше времени, чем дома. И все-таки не столько эти силы разрушают наших детей, сколько наша неспособность учить их добру и отличать хорошее от плохого, а также передавать добрые старые ценности, завещанные Богом нашим родителям. Я вспоминаю студентку, которая написала мне письмо. «Она разрешает мне жить с моим другом. Я сама постоянно проводит выходные со своим дружком. Так какая между нами разница? Все знают пословицу: каков поп, таков и приход». Так вот, ценности закладываются из окружения, в котором живут наши дети, включая и отношение к жизни нас, родителей. Когда мы сами того не замечая, показываем им на собственном примере, как нужно жить. Если вы живете как сущий дьявол, трудно будет ожидать от вашего ребенка ангельского поведения. Недавно я слышал, как 3-летний ребенок, не задумываясь, использовал в своей речи мат. Я уверен, что он не понимал истинного значения слов, которые произносил. Его речь была механическим повторением или отражением того, что он запомнил. Ни один из родителей не выбрал столицу, в котором ему было бы удобнее воспитывать своих детей. Мы все живем в России в то время, в котором родились. Быть родителем означает учитывать особенность того века, в котором ему приходится воспитывать своего ребенка. Вы когда-нибудь задумывались о том, было ли легко тем, кто жил во времена Первой Церкви? Им ведь тоже нужно было воспитывать детей. Если вам не дано выбрать время, историческое время, то вы можете, предположим, выбрать, каким образом реагировать на нужды своего ребенка, что формирует каркас и основание его системы ценностей. Когда вы обнимаете своего ребенка, когда вы ему сопереживаете, он знает, что его любят. Когда вы проводите время со своим ребенком, читая ему или играя с ним, ваш ребенок развивается интеллектуально.
Когда вы молитесь или читаете ему библейские истории, то вы учите его отвечать добро от зла. Когда вы собираетесь в церковь, берете с собой ребенка, вы показываете ему, что для вас важно в жизни. Когда вы обсуждаете в кругу семьи какие-то житейские вопросы и молитесь вместе, вы учите его тому, что любые разногласия могут быть разрешены без ненависти и насилия. Существуют вопросы, которые следует отстаивать. Есть и проступки, на которые нельзя смотреть сквозь пальцы, с которыми нужно просто бороться. Но все это ни в коем случае не должно заменять присутствие родителей, которые приняли на себя ответственность от Бога быть родителями своих детей. Наши дети – это наше будущее. Дети – это огромная ответственность. И прочитайте второе послание Коринфянам, 3 главу. И до новых встреч в эфире. Благодарим за ваши письма и ждем новых с вопросами и пожеланиями по адресу 420-111, Казань, АЯ 555. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. В эфире ежедневная радиостраничка «Путь истины и жизни». Дары различны, но Дух один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стихи с 4 по 7. У одного водоноса в Индии было два больших горшка, в которых он носил воду. Горшки висели на концах шеста, перекинутого через шею водоноса. Один из них имел трещину и на протяжении долгого пути от ручья до дома хозяина сохранял только половину налитой воды, в то время как другой был целым и из него не проливалось ни одной капли. Так продолжалось в течение двух полных лет, изо дня в день. Водонос доставлял только полтора горшка воды в дом хозяина. Конечно, хороший сосуд гордился своей способностью исполнить до конца то, для чего он был создан. А бедный треснутый горшок стыдился своего несовершенства и сокрушался, что мог выполнить только половину того, для чего был предназначен. После двух лет переживаний горький неудачник однажды обратился к носильщику воды. «Я стыжусь самого себя и хочу просить прощения у тебя». «За что?» — спросил водонос. «Чего ты стыдишься?» «За эти два года я доставлял только половину моего груза, потому что через трещину в моем боку вода выливалась на дорогу, по которой ты ходил к дому твоего хозяина. Из-за моего недостатка ты вынужден чаще ходить к ручью, а вознаграждение за свои усилия ты получаешь такое же», — с грустью ответил горшок. Носильщик воды улыбнулся. «Когда завтра мы будем возвращаться в дом хозяина, я хочу, чтобы ты обратил внимание на красивые цветы вдоль тропинки». Наступил следующий день. Как всегда, водонос наполнил горшки водой и пошел домой. Когда он поднялся на холм, старый треснутый горшок посмотрел вокруг себя. Он заметил солнце, согревающее прекрасные цветы вдоль всего пути от ручья к дому. Это немного развеяло его грустные думы. Но в конце дороги он опять почувствовал себя скверно, потому что половина воды также вытекла. Дома он снова извинялся перед водоносом за свою неудачу. Носильщик сказал горшку: «Ты заметил, что цветы росли только с твоей стороны тропинки?» «Нет. А почему?» «Это потому, что я всегда знал о твоем недостатке, и я решил посадить семена цветов на твоей стороне дороги.
Каждый день, когда мы возвращались от ручья, ты, ничего не подозревая, поливал их. Ты не заметил, как эти семена взошли и превратились в прекрасные цветы. В течение 2 лет я собирал их и украшал стол своего хозяина. Без тебя, такого, какой ты есть, у него не было бы такой красоты и благоухания. Горшок задумался. У каждого из нас есть уникальные недостатки, свои трещинки, продолжал водонос. Именно они делают нас неповторимыми, интересными, а порой загадочными. Они заставляют каждого стремиться к совершенству. Самое главное – не унывать самому, а в других замечать только хорошее. С тех пор Горшок никогда не сомневался в том, что и он приносит пользу. Он понял, что даже трещины могут сделать чей-то дом красивым. Теплый тревог, уныние и сомнения. Коротких волн 31 метр каждую субботу на частоте 9500 кГц с 15.30 до 16.30 по всемирному времени. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394036, абонентский ящик 585. Голос Анд. В эфире программа «Вечная истина». Настал день поруганья и муки. Иисус Христос шел на добровольную смерть. Дар небес был осмеян, а грех разгулялся в своей наготе. Не познал мир мятежный открытой любви, слова доброго правды не взял. Да увидит же ужас греха и вражды, как на Бога мир руку поднял. У микрофона пастор Геннадий Струков. Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу говорить с вами о дне, который мы называем Страстная Пятница. Страстная Пятница – это день, когда мы, верующие во Христа Иисуса, вспоминаем Его смерть на кресте. Весь мир признает факт его смерти на кресте, и многие люди носят крестики с изображением распятия, которые символизируют реальность того, что Иисус умер на кресте более 20 веков тому назад. Но что это означает? В чем значение этого факта для вас и для меня сегодня? Послушаем сначала объяснение, которое дает Иисус о смысле и значении своей смерти на кресте. Однажды ночью Иисус беседовал с наставником израильтян, человеком по имени Никодим. И после того, как он сказал Никодиму, что должно вам родиться свыше, Иисус произносит такие слова: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Разговаривая с Никодимом, который назван Учителем Израилевым, Иисус привел пример, понятный им обоим. Книга чисел повествует историю о том, как народ Божий роптал в пустыне, а Бог ненавидит ропот. И поэтому он напустил змей на народ, и многие были ими ужалены. Во время этой казни змеями Бог послал через Моисея слово к ропщущим. Бог сказал Моисею поставить столб в центре стана, и сказано было всем укушенным: «Если вы поползете, или кто-то понесет, или потащит вас к центру стана, если вы взглянете на медного змея на верхушке столба, вы будете исцелены от змеиного укуса». Некоторые сказали: «Это же нелепо, это глупость!» И таковые раздувались, как жабы, и умирали от яда. А кто-то говорил: «Это бессмысленно, но это моя единственная надежда. Ползли, а других кто-то понес на себе к середине стана». И это стало одним из великих чудес, о котором повествует нам Ветхий Завет.
Когда они поднимали взор на медного змея на верхушке столба, они чудесным образом исцелялись от змеиных укусов. В разговоре с Никодимом Иисус сделал совершенно безапелляционное заявление. Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». На их языке «вознесенный» означало «распятый». Он говорил Никодиму: «Я должен быть распят, потому что я единородный Сын Божий. Я единственный Спаситель от Бога. И я должен быть распят, потому что я единственное от Бога решение проблемы греха». Сделав это заявление, он говорит далее еще более безапелляционное. Иисус говорит: «Кто верит в это, получит спасение, а кто не верит в это, то, как умерли ужаленные змеями, ропщущие, так и они будут осуждены». Такое объяснение дает Иисус о смысле и значении своей смерти. Великий пророк Исаия через данное ему откровение сквозь века увидел смерть Иисуса на кресте, видел, как он умирал, и пророку были даны такие слова: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за беззаконие наши, наказание мира нашего». Имеется в виду наказание, которое мы заслужили, чтобы нам иметь мир с Богом, было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Послушаем слова апостола Петра. В конце второй главы первого послания Петр пишет: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». А теперь послушайте слова апостола Павла из второго послания Коринфянам, 5 глава, стихи 19 и 21. «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Ибо из нашего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Апостол Павел говорит: «Когда Иисус умер на кресте, Бог примирил с собой мир». Из этого ясно, что человечество ушло от Бога по причине греха. И теперь Бог устраняет это разделение через смерть Иисуса Христа на кресте. Павел говорит: «У нас огромная проблема. Мы не имеем мира с Богом. Мы рождаемся отчужденными от Бога и Его замысла для нашей жизни. Поэтому, когда Иисус Христос умер на кресте, Бог примирил вас, Бог примирил меня, Бог примирил все человечество с собой, устранив это разделение». Павел говорит: «Когда вы поднимете свой взор на Иисуса Христа на кресте в эту Страстную Пятницу, вы должны увидеть назначение креста – примирение и мир с Богом». В этом смысл и значение смерти Иисуса, согласно апостолу Павлу. Он суммировал это следующим образом: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Чтобы Бог мог объявить нас праведными через нашего Господа Иисуса. Павел говорит, что в эту Страстную Пятницу каждый из нас, кто верит в значение и смысл смерти Иисуса Христа, должен понять, что мы не только примирились с Богом через смерть Иисуса Христа, но и получили слово примирения и служение примирения этому миру. Мы посланники от имени Христова, и мы должны идти в этот мир и всем людям рассказывать о примирении, которое даровал всем Господь. В Лондоне был известный пастор, его звали Кэмпбелл Морган. Как-то он проповедовал на место Писания, записанное в 21 стихе 5 главы 2 послания Коринфянам, где Павел пишет: «Не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». В его церкви была одна дама из богатых, дама утонченного вкуса, которая имела изысканные манеры. Покидая церковь после богослужения, она сказала проповеднику: «Доктор Морган, я думаю, то, что вы сегодня проповедовали, было отвратительно». Кэмпбелл Морган, когда объяснял слушающим, о чем говорит 21 стих, привел им такую иллюстрацию. «Представьте, — сказал он, — безупречно чистого, очень чистоплотного человека. Грязь вызывает в нем глубокое отвращение и страх. И вообразите, что содержимое всех канализационных труб в мире одновременно вылили на голову этого безукоризненно чистого человека».
Примерно это и говорит нам Павел, сказав: «Бог сделал своего Сына жертвой за наши грехи». Это за все ваши грехи, за все мои грехи. Эта иллюстрация показывает, что имел в виду Павел, говоря: «Наказание мира нашего было на нем, чтобы мы могли примириться с Богом». Кэмпбелл Морган показал это в своей проповеди примером со сточными трубами. И поэтому богатая дама сказала: «Это было отвратительно». На это доктор Морган сказал ей: «Мадам, единственное, что отвратительно в этом примере, это ваши и мои грехи». Итак, это все Евангелие. Это благая весть о смысле и значении смерти Иисуса Христа. Он взял на себя наше наказание и умер, чтобы мы могли жить. Мы слышали объяснение пророка, мы слышали объяснение апостолов, и мы слышали объяснение Иисуса о смысле и значении его смерти. А каково ваше объяснение? Мне хочется напомнить вам стих из величайшего пророчества, записанного в 53 главе книги пророка Исаии. Это стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вы обратили внимание, что данный стих заканчивается и начинается одними и теми же словами? «Все мы, всех нас, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Когда Исаия говорит, что мы все грешники, мы все как овцы совратились каждый на свою дорогу, считаете ли вы, что это и к вам относится? Готовы ли вы признать тот факт, ту реальность, что вы грешник? Этот стих заканчивается словами «все мы», в русском тексте «всех нас». Плохая весть состоит в том, что все мы грешники, а добрая весть в том, что всемогущий Бог возложил на Христа Иисуса грехи всех нас. Верите ли вы, что и вы входите в число «всех нас» в конце стиха? Если вы верите, что открывающий стих слова «все мы» включают вас, и если вы верите, что и заключительные слова этого стиха «всех нас» включают вас, тогда вы имеете верное слово самого Иисуса Христа. Вы спасены. Если вы не верите, что начинающий стих слова «все мы» включают вас, и если вы не верите, что вы входите в число «всех нас», слов, заключающий данный стих, тогда к вам звучит слово самого Христа. Вы будете иметь осуждение и уже испытываете его в своей жизни прямо сейчас. Помните, Господь сказал: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Итак, дорогой радиослушатель, в основе различия между спасением и осуждением находится ваша вера в эти слова «все мы» из книги пророка Исаии, 53 глава, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы». Это включает вас. Если вы можете заявить «да, это включает и меня», тогда вы понимаете смысл и значение Страстной Пятницы. Я молюсь, чтобы каждый слушающий эту программу мог сказать: «Да, я знаю, что я вхожу в число «все мы». И я знаю, что Иисус дал мне вечное спасение». Если вы знаете, что не входите в число «все мы», но хотите этого, напишите нам. У нас есть литература, которая будет полезна и поможет вам. Я молюсь, чтобы вы не откладывали свое решение еще на один день. Иисус любит вас. Он пришел на эту землю и умер, чтобы мы с вами могли иметь жизнь. Вам нужно поднять взор на Иисуса, как на единственно возможный ответ, который дает сам Господь. Как медный змей был единственным ответом тем, что были ужалены змеями в пустыне, вам нужно посмотреть на Иисуса, как и я сделал много лет назад в своей жизни. Вы должны посмотреть на Иисуса с верой. Не слушайте дьявола, который говорит: «Это смешно. Как ты можешь знать, что это верный путь? Это ничего не изменит. Я не знаю, что еще говорит вам враг, но я точно знаю, что он желает убедить вас во лжи. Он ненавидит то, что любит Господь. Бог любит вас, а дьявол не желает, чтобы вы познали Божью любовь и Божье прощение. Я умоляю вас поверить в Иисуса и следовать за Ним. И если вы желаете этого, просто скажите об этом Богу в простой молитве. Дорогой Отец, я больше не хочу жить без Тебя. Спасибо Тебе, что Иисус умер за мои грехи и простил меня, и теперь я могу иметь мир с Тобой.
Помоги мне, Боже, верить во Христа и следовать за Ним. И пусть моя жизнь всегда принадлежит Тебе. Аминь. Если вы помолились вместе со мной, напишите нам. Мы хотим послать вам небольшую книгу, которая поможет вам возрастать в вере. Итак, время передачи подошло к концу. Благодарю вас за то, что вы слушали. Всех моих братьев и сестер, следующих за Христом, я ободряю и призываю нести благую весть всем тем вокруг вас, которые не имеют надежды. Пусть Бог благословит вас и вашу церковь в день большого праздника, когда мы славим и превозносим живого, победившего и любящего нас, Господа Иисуса Христа. С вами был пастор Геннадий Строков, и вы слушали программу «Вечная истина». Божьих вам благословений! Дорогие друзья, вещание радио «Голос Анд» на русском языке подошло к концу. Напоминаю, мы вещаем каждую субботу с 15:30 до 16:30 по всемирному времени в диапазоне коротких волн 31 метр на частоте 9500 килогерц. Пишите нам по адресу: Россия, город Воронеж, индекс 394-036, абонентский ящик 585. Голос Анд. На следующей неделе мы ждем новой встречи с вами. Да благословит вас Господь! Приглашаем к радиоприемникам всех наших друзей, понимающих чеченский язык. Эти передачи для вас. Человеческая жизнь – это тайна. На протяжении столетий ученые, историки и философы пытались понять, что такое человек и в чем смысл человеческого существования. Человек старается постигнуть секреты Вселенной, но Вселенная по сей день остается загадкой. Библия открывает нам, что Бог – Творец, создал все словом своим. Он сотворил человека по образу своему и поставил его владыкою над делами рук своих. Все положил под ноги его. Но грех непослушания разделил человека с Богом. Иисус Христос является спасителем, посланным в мир, чтобы решить проблему падших и грешных людей и восстановить мир с Богом и благоволение к людям. Передачи на вашем родном языке помогут вам понять, как Бог делает из грешника святого человека и что Он обещает тем, кто последует за Ним. Бог в Христе примирял с собой мир, не зачитывая и вложил в нас слово примирения. Итак, мы, послы от имени Христа, просим вас, примиритесь с Богом. Желаем вам. Христа хвала, скажем вас, злых обладе торгут. Христа хвала, и злойда лерит богом, и христа обрешкишкова, матая ворон бехатин. Да я согласился, все я жрели, пусть вот что-то рубы, и на пылку бабу отшляснул, все я не могу. Украина, Байдагина, Ахмо, Дейл, Дош. Ты все правила было худо. Всего в нас тут так, Вот, голубец, ты слава. Я ведь, ты все правила, Лепс, Пейт, Лепс. Да, Лори, Голубец.
Чагай Кинчин, традиционные, Джимми Тобинш, профессиональные, Паша.